Это Сергиев Посад. Сегодня 10 января, и мы идем на встречу с Алексеем Ильичем Осиповым. Мне интересно, насколько получится эта съемка. Но вот так вроде бы, когда я смотрю на экран, все выглядит очень даже неплохо. Добрый вечер. Вы тоже на встречу? Нет, я на фотосессии. Пошли дальше. Так, ну вот. Ну вообще, да, вообще, наверное, даже и неплохо получается. Так, ну идем дальше. Я еще хочу копнуть. Лена, вообще-то мы приехали сюда. Так, не для этого. Интересно, мне что ли качнуться? Ну что, попробуем. Да, ничего, да. Опа! Какой-то мультик. Ух, хорошо. Ух, здорово. Ну да. Так, ну ладно, пойдем. Нам все-таки надо занять места. Потому что все-таки мы хотим не просто посетить, послушать, хотя и это тоже интересно всегда. Ну, с Осиповым всегда интересно. Но и кое-что заснять. Лен, вообще хорошего понемножку. Пошли. Так, ладно, хорошо. Так, у меня начинает замерзать рука. Так, достань мне, пожалуйста, перчатку. Нет, вот она моя перчатка. Нет, не доверяю. Так, ну, пожалуй, имеет смысл просто дойти. Уж больно красивый вид, хотя я не очень уверен, что потом на видео это будет все видно так же красиво, как мы видим глазами. Вот он, Сергиев Посад. Троица Сергиева Лавра. Так, мы спускаемся вниз, да? Конечно, не хочется подскользнуться. Так. Так, Лена, что-то там застряло. Виды, конечно, замечательные, но что будет видно, я не очень верю. Так, спускаемся здесь по ступенькам. Слева от меня гладкая дорога. Так, опа, да. А здесь такая ступеньками. Так, ну что, мы продолжаем дорогу к храму.
Так, а тут, наверное, вот через этот мостик. Здесь часовенка. Конечно, очень интересно. Ну да. Жирный. Смотри, я не так нахожу. Ну, я не знаю. А, мы были здесь летом на престольном празднике. Ну что, идем. Дай-ка я тебя обгоню, Лен. Вот так, ага. Так, спокойно.